Quels sont les mots que vous utilisez? Quel est le vocabulaire que vous utilisez? Le vocabulaire de votre grand-mère? Мне кажется, это очень важно использовать именно в наше время тот язык, которым мы жили и который знают все. И это важно использовать даже потому, что сейчас период, переходный период, когда все ищут свои корни, но мне кажется, только язык может помочь людям найти вот ту основу и остановиться от постоянной злости, от постоянного, мне кажется, такого постоянного желания быть похожими на богатую и красивую за границу. Мне кажется, этот язык нужен. Est-ce que l'écrivain, est-ce que la littérature a une fonction? Мне кажется, она имеет, писатель имеет не функцию, а силу. Ту силу, которая именно помогает людям жить и найти ту жизнь, которую они хотят прожить. Может быть, в этом функция, но все мне кажется, это больше сила, а не функция. Il y a quelque chose que vous voulez transmettre. Что я хочу передать? Мне кажется, я хочу передать людям какую-то память. Мне кажется, что писатель – это тот хранитель памяти. И вообще писатель – это память, который и он сохраняет для людей то, что никогда не нужно забывать.